воскресенье в Самарской области будет пасмурно, осадки местами сильные в виде дождя и снега. Температура воздуха днем 0 плюс 2 градуса, ночью 3-6 ниже 0. Ветер преимущественно северный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, пройдут снег и дождь. Днем плюс 2, ночью 6 градусов ниже 0, северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем плюс 2 градуса, ночью 4 ниже 0, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем нулевая температура, ночью минус 3, северный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.